ну, как сказать, переиграла, да, 6-4, 2-0 и у... остановилась, или сирена заиграла в другой совершенно выигрышный теннис, хотя внешне это никак особо не сказывалось. В общем, обидно, что и... Касаткина, и Гаспарян, две наши юные теннисистки, ну, Гаспарян уже ей за 20, она не совсем юная, не смогли оказать хотя бы достойного сопротивления первой ракетке мира. Тем не менее, Маргарита, первый раз расписание. Тем, что на задней линии у него как-то прекратились активные моменты. Меньше стал он очков набирать, и предыдущий геймплей. Джокович один раз подавал на вылет. Не дает. Вот это очень опасно. Первый. Здесь на корте женская и мужская одиночка. На Маргарет Корт арене сейчас практически все занято парными и смешанными комбинациями. Комбинациями. Молодец, как. Уже играли профессионалы, играли, естественно, за призовые деньги. И была целая категория любителей. И долгое время вот этот вот любительский и профессиональный теннис, он жил по своим, как бы, писанным законам, но разрозненно. И вот англичане приняли решение, что в Уимблдон будут играть и любители, и профессионалы. Конечно, среди любителей это вызвало несколько... Такое сложное восприятие. Но не забывайте, тогда еще, в те годы,
Олимпийский комитет боролся, Международный олимпийский комитет за чистоту спорта против француз. 3-4 счет первого сета, который уже продолжается 40, по-моему, с лишним, 42-43 минуты. Очень затяжные геймы. И все это благодаря тактике, которую право. Вы как на волоске. Симон к сетке не пойдет. Нет, в принципе, 5 раз он уже выходил. И 4 успешных. Это 80%. И 4-й сет был в гейме. Да, к этому все, в общем-то, по идее. Под 5-м номером 6-3 они выиграли у китайско-корейского парного сочетания. 6-3 первый сет, по 3 во втором. А в паре они с Гротом еще держатся. Ну, держатся. Максимум еще один гейм. 6-4 поспешил Сок, выиграли. 6-4 первый сет, 5-2. 5-2 и подает, по-моему... матча нашу Елизавету Куличкову. Ну, как сказать, переиграла, да, 6-4, 2-0, и у Лизы проблемы со спиной. Сок поспешил, это канадец. Поспешил и Сок с Соединенных Штатов Америки. 0, да, 0-30 у Симона. Так вот, они играют с Гротом и Хьюитом, австралийской парой. Хьюит изымут за то, что что-то там такое сказал на родном австралийском языке. Геймов. Хотя еще не совсем уверен. Нет, попадает. Если удастся все-таки Жилю Симону отыграть этот брейк, а ему удается это сделать. День начинался с того, что играли под крышей, был дождь, но сейчас все отлично. 40-15, 1-2, 40-15. На судейской вышке, и мы наблюдаем картину, когда касание... И побольше... Подлительнее продолжение. Вторая подача. 5 из 23 до этого момента выиграл Жиль Симон вторых подач. Опасно. Опасно Джокович играет. Опасно играет. Самый такой скользкий момент у Симона. Трудный момент. Играть, играть, играть! В прошлом году, сейчас все, в общем, все по новой. Я всегда говорил, что главное, как подготовился к данному конкретному матчу и какое состояние, в каком состоянии пришел теннисист, это очень важно. Да, интересная история предыдущих встреч, если вспомнить, напомню, 9-1 великого теннисиста. Попадает, попадает Симон. И успевает Симон. К сетке он не пойдет. Это все не больно для Симона, потому что все идет в середину корта.
Вот сейчас только было небольшое обострение, которое на следующем ударе захлебнулось со стороны Джоковича. Так, к досягаемости Симона. Две подачи француза. Он 3-0 с двумя мини-брейками ведет против Джоковича. Свет забрезжил в этом, во втором сете. Очень